Гутен Морген, с вами Олег Жомнер. Если вы зададите вопрос, а кто же построил египетские пирамиды, то, как правило, ответ будет всегда одинаковый. Мы не знаем, нужно было бы спросить это у древних египтян. Хорошо, давайте спросим у древних египтян, ну, например, у Клеопатры. Если мы зададим этот же самый вопрос Клеопатре, она, скорее всего, ответит: «Я не знаю, наверное, нужно спросить древних египтян». А почему так происходит? Да потому что пирамиды были построены 4500 лет назад, а временное расстояние между нами и Клеопатрой всего 2000 лет назад. Можете себе представить, что от постройки пирамид до Клеопатры больше времени, чем от Клеопатры до нас? Вот это такие вот парадоксы бывают в истории. Но вы заходите.